Вы на канале Новости БП. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой опубликовал обновленные данные о новом штамме коронавируса «Омикрон». Цой на своей странице в Facebook написал: «Исследования продолжаются. Пока все заключения базируются на опыте и знаниях о похожих мутациях и других вариантах. Потенциал передачи пока непонятен. Является ли омикрон более трансмиссивный в сравнении с другими вариантами? В ЮАР сейчас наблюдается пик. Однако перед завершением эпидемисследований нельзя сделать выводы о возвращенном потенциале передачи данного варианта. Также, по его словам, пока непонятно, вызывает ли омикрон более тяжелое заболевание. Пока нет данных о том, что симптоматика при омикроне чем-то отличается от других вариантов COVID-19. Эффективность естественного иммунитета у переболевших. Предварительные данные говорят о том, что может быть повышенный риск реинфекции омикрона в среднем с другими вариантами. Однако данные скудны, уточнил министр. На этом у нас все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите свой комментарий и не болейте. Всем пока-пока.